I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of cloud. Всем привет, меня зовут Вика, и я всех вас хочу поздравить с началом весны, началом процветания, радости. Я очень надеюсь, что у вас в городе замечательная погода, и эта весна вас ждет море всего крутого. Я не знаю, как так получилось, но за последние пару месяцев я как-то отошла от своего изначального стиля видео, это DIY, и я решила, что все-таки нужно к этому возвращаться, и я на самом деле безумно соскучилась. Именно по этим видео я очень надеюсь, что вы ждали. И да, сегодня будет весенний декор своей комнаты. Идеи нереально простые, очень крутые, красивые, яркие, весенние. Я очень надеюсь, что тебе понравится это видео. Поэтому, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео. И нажми, пожалуйста, на колокольчик, потому что ты просто можешь не знать, что я выпустила свое видео. А я собираюсь часто устраивать конкурсы, и я не думаю, что ты хочешь особо пропустить много крутых конкурсов. И давайте скорее начинать. Ну, а эта идея очень простая. Для нее нам понадобится гофрированная бумага, бечевка, а также ножницы. Тут нужно просто следовать тому, что вы сейчас видите. Главное, чтобы когда ты делала разрезы не до конца, наверху был сгиб, чтобы когда ты потом раскроешь, это все у тебя не посыпалось. А так все нереально просто. И эта штука такая яркая, такая крутая. Я обожаю эту идею. Ну а эта идея моя самая любимая. Нам понадобится для этого ветка, бечевка, а также искусственные цветы, ножницы и все. Все нереально просто. Единственное, что я как дурочка бегала по двору, искала палку. Это было очень странно, на меня соседки смотрели очень странно, как на умалишенную, но неважно. Сначала мы кладем нашу ветку и раскладываем цветочки в таком порядке, чтобы нам это нравилось. А затем просто отмеряем нужную длину и привязываем с одного конца к цветочку, а с другого конца к ветке. Это очень просто, делается буквально за 10-15 минут. Это смотрится так круто, так стильно. Ну и эта идея просто самая простая, которая только может быть. Для нее нам понадобится картон, бумага цветная, распечатанная, крафт-бумага, любая. Ножницы и клей. Итак, все, что нужно сделать, это вырезать вот такой вот треугольник с прямоугольником. Прямоугольник, чтобы стояла эта штука, подставка. Я не знаю, как это назвать, честно говоря. Но я очень надеюсь, что ты понял. Поняла? Да. В общем, я вырезаю нужную мне форму, потом приклеиваю к ней крафт-бумагу, цветную бумагу, распечатанную, в общем, ты понял. Ла-ла. Да. И все. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of cloud. I'm still not sure.